И вернемся к оценке губернатора Кубани, которую он дал работе Владимира Ивланова на посту мэра краевого центра. Многое было сделано, но еще больше проблем решить предстоит, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Городу нужна перезагрузка. И опыт Владимира Ивланова необходим для продвижения интересов краевого центра на более высоком, федеральном уровне. Сегодня городу нужна перезагрузка, мощное движение вперед. И городу нужен ваш опыт, очень сильный, мощный опыт, который приобретен именно десятилетиями. Усилиться мы должны и на федеральном уровне усилиться. И везде мы вместе должны сплотиться. О чем я говорю, Владимир Иванович? При всем вот уважении и ситуации вы сегодня очень мощно и многое сделали для города. Предлагаю вам все-таки баллотироваться в Государственную Думу по Краснодарскому одномандатному избирательному округу и сделать Краснодар еще краше, еще удобнее и комфортнее для проживания. Я вас благодарю и за добрые слова, и за критику, которая была сказана. Я объективно понимаю то, что сегодня и необходима перезагрузка, и необходим, может быть, и новый подход к решению многих вопросов. Сегодня они стоят остро, поэтому, в принципе, в любом случае, я буду, где бы ни был, продолжать заниматься теми вопросами, которые я знаю, где я могу помочь решить городу вот эти проблемы. Для Владимира Ивланова сегодняшний отчет был шестым. Открытая сессия перед общественностью города – это фактически отчет команды мэра и депутатского корпуса о работе. Напомню, депутаты оценили работу мэра и его команды удовлетворительно.